Неплохо. Что с ним случилось? Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить?
Снова этот корабль. Его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. А люди с него спаслись? Лети за ними!
погибли. Плохо он. Почему ты так думаешь? Да, он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Как ты сам несешь свою ответственность? Помни. Да, много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, Сэм. Лучше думай о задаче. Ладно. Это был последний корабль. Надеюсь, капитану теперь полегчает. Это вряд ли. Он хотел упокоить своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа лишь подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали?
Зачем мы ему помогли? Тебе нужен опыт. Да я уже много раз сражался с такими тварями. Ну скажи, зачем? Этого капитана уважали матросы. Он признавал свои ошибки и хотел их исправить. Это хороший урок для тебя. А. Вот именно. А. Люди, они уже не бродят? Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно.
Что это? Интересно, что там? Этот замок оплетен магией, и его не открыть ни земным ключом, ни грубой силой. Забудь. Никогда не видел такого замка. Мне вспоминается один рисунок Тюра. Ему нравилось складывать разные символы в новые руны. Вот это как будто значит... Мир, единение, милосердие и другие вещи. Это я понял. Но как попасть внутрь? У нас другие заботы. Заперто.
Жаль, мамы здесь нет.
куда же мы теперь пойдем? Что вы снова здесь ищете, тупицы? Хотите украсть мои сапоги и одежду? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Ха, меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но... мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему. Я рад, что мы вернулись. Этот вор не достоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать.
Ого, вот как надо срезать путь. Мимир, ты вроде как знаешь Брок и Синдри. А, братья Хульдры, кто ж их не знает. Они всем известны, то есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора, самое страшное оружие асов, проклятие великанов. Они сделали молот Тора? Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю.